Всем привет! Делаем яву, старушку. Делаем ее под заводские характеристики с золотыми полосками толщиной 2 мм после пескоструя. То есть все было в пескоструе. Некоторые детали человек привез, они были в кислотном грунте. Я их посмывал, позачищал. Кое-что даже уже слегка прошпатлевал, самое глубокое. Делать надо качественно, поэтому делать будем через такой процесс. Все сейчас отвалится толстослойным грунтом эпоксидным. Хорошо пару дней, естественно, высохнет. Потом перетрется, подшпатлюются некоторые неровности, которые невозможно убрать, потому что физически туда невозможно залезть. И потом аж будет перегрунтовываться под покраску. Процесс интересный, процесс довольно-таки долгий. Самое интересное будет как бы итоговая покраска с итоговым результатом, что у нас получится. Под всю эту движуху, под все это дело подписалась компания «Макситон», материалами которой будет сделано вообще именно все по этому мотоциклу, начиная с грунта, заканчивая лаком, то есть краска, грунт. По шпатлевкам, к сожалению, в Украине полноценно не представлены их шпатлевки, но тут особо шпатлеваться так и нечего. Но в остальном, то есть все, обезжирка, там липкие салфетки, это все есть у этой компании, будем делать, заодно посмотрим. Я, в принципе, уже знаю, на что способны материалы этой компании. Ну, вот посмотрим ее здесь. Чем сейчас будем работать? Это эпоксидный грунт серии М5. Отвердитель к грунту и разбавитель к этому же грунту. Нам он нужен в толстой слойной версии. Поэтому разбавление мы будем делать не как положено. То есть вот этот 5-1-1. По разбавлению. Я сделаю 5-1 и начну, наверное, с там 0,3 пробовать. Если будет сильно густой, добавлю до 0,5. Но к одному мне нету смысла подходить. Мне надо получить хороших таких микрон 200, наверное, с двух слоев грунта. Если получится больше, сделаем больше. Хорошо, грунт перемешанный несколько раз. Включаем весы. Оттариваем. Не знаю, сколько точно мне сейчас надо. Так, судя по тому, как он наливается, он не сильно густой, поэтому начну с 25% разбавления. Сделаю себе сейчас, да, грамм 400 можно смело делать. Давайте, чтобы не париться, 500. 500 на 100 и на 25. Мне так просто проще считать. Объем там хороший, в никуда будет уходить у меня. Ну, никуда в плане мимо кассы, как говорится, да. Поэтому 500-очки как раз заработаем. Обязательное условие, я сейчас открыл, перепроверил. У эпоксидных грунтов офигительно должен быть вымешан отвердитель. Потому что у них отвердитель — это немаловажная часть рабочего компонента, который должен быть хорошо вымешан. Так, соточку. Чуть перелил, 107, я думаю, ничего страшного от этого не случится. И разбавитель начнем с 25. Отлично. Сейчас все эти дела хорошо вымешаем и пойдем работать. Грунтоваться нам будет FLG5 с DISO 1.7. Что, приступаем?
в один слой пролил, в один, но толстый слой пролит, а все. Видно, что в металле кратера, которые существуют, они затягиваются. У меня желание и задача сейчас вторым слоем пролить так, чтобы вот эти вот кратера, которые есть в металле, они позаливались, и я их смог перетереть. То есть использовать не только как защиту металла, а еще и как наполнитель, на котором я перетрусь. Крылья уже вторым слоем прошел, сейчас прохожу все остальное. Все отгрунтовано двумя такими бодрыми слоями. Дальше, когда высохнет все, я промеряю, какую толщину дал. Но судя по тому, что я тут заливал кратер и пошел потек, то я толщину дал. Оставлю это дело сохнуть, вынесу на солнце, выкачу. Дня на два, наверное. Тут заливал кратера, ушло в потеки. Попробуем, как он трется. Тереться он должен тяжело. Хороший эпоксид трется тяжело. Померяем толщины на крыльях, на баке, на раме ради интереса. Подсушится все это дело. Можно будет дать прямую риску примерно 240. Посмотреть, где нужно шпатлевать, потому что на баке есть кое-где вмятинки, которые нужно поубирать. В общем, поработаем над мотоциклом, над этим. После грунтования прошло 2 дня. Грунт хорошо высох. Теперь с ним можно работать. Рама и вилка чуть-чуть подчухаются и сразу пойдут в окрас. Ну, потому что тут равнять что-либо на раме — глупая затея. А вот я уже подготовил крылья, клюв, всякие стоечки. Сейчас буду заниматься баком, покажу, что конкретно я делал. Грунт хорошо чешется наждаками 220 и 150, там, где нужно потом шпаклу подчухать, на средней жесткости брусочки. В принципе, он очень хорошо чухается. Я сейчас 150 возьму, потому что тут шпатлевать все равно. Точится без проблем. После вычухивания плоскости, потому что на круглом тоже есть плоскости. А, да, говорят, что круглое кривым не бывает, но вот такие вещи — это кривое. Вот такие вещи — это кривое. Все, я понимаю, что тут под накладкой, но мне нужно отдать бак так, чтобы он был красивым. Если проводить рукой по плоскости, чувствуется, что она не идеально ровная, но ее сделать идеально ровной, в принципе, и невозможно. То есть круглое кривым не бывает. Отсюда и вот эта вот поговорка, да? Что нужно сделать здесь? Вот эта тут центральная складка, где металл схлёстывается друг с другом, она кривенькая, вот видно шишки. Вот то, что вот явно видно, как шишки, это точно кривое. Сейчас я обклею скотчем по внешним полосам и здесь тоненько протяну шпаклом. И здесь, наверное, то же самое. Ну, само собой, шпатлевать вот эти вот точки глубокие нужно. А после этого всего перетирается и, в принципе, готово под грунтование. Сами именно ямы, которые буду шпатлевать, я сейчас промотовываю 240, либо зеленым скотч-брайтом, ну, это уже что есть, как удобнее. В этом случае я тут и шагрень вытру сразу.
Тут крупная яма, тут будет даже стекловолокно по крупничкам. На всем остальном, где по чуть-чуть, универсалкой желтой. То же самое вот эту линию всю. То есть все, что блестит, промотаем. Тут уже универсалка, поскольку тут повреждения не глубокие. И чтобы не потеряться, где что. И тут понятно, в этих зонах. А тут можно потом забыть, в какой зоне находится. Просто обводим. Протираем от пыли, обезжириваем и готовы к шпатлеванию. Карандаш обезжиркой не смывается. Карандаш он как проявка. Только наждаком. Под шпатлевание лучше использовать обезжирку, которая испаряется быстро, чтобы не тратить много времени на ожидание высыхания. Так, вымешиваем стекловолокно, сейчас самые глубокие вот тут пару эту протяну. И через 10 минут можно прийти и продолжить перетягивание каната в другую сторону. Кстати, что понравилось в этом грунте, он терся так же хорошо через сутки, вот как и через двое суток. То есть он, в принципе, за сутки полностью высох под перетирку. Мука крошится, точится, наждак, сказать, что забивается, нет, потому что я вот этими вот двумя наждаками перетер весь мотоцикл. То есть все, что мне нужно было по мотоциклу. Блин, сейчас померяем толщину слоя, сколько навалил, забыл вот это сделать. Хотел и забыл. Микрон, 120 микрон. Ну, будем считать, что навалили в общем 120, чуть-чуть стерли.
Все, бруском прошли, теперь одеваем 180, уже такую пожившую, на мягкую подкладку 5-миллиметровую и вперед работать. Чуть-чуть перебью риску здесь, и больше не надо. Все, бак готов к грунтованию. Единственное, что вот тут сейчас надо выдрать вот эту всю штуку, шпатлевку, и домонтовать, само собой, зоны, которые наждаком так недоступны на брусках. Готово? Так, элементы развешаны, обезжирены. Теперь буду пользоваться таким грунтом. Это быстрый грунт у них. Я уже им пользовался, от банки как бы осталось тут чуть меньше половины. Прикольный грунт тем, что его можно использовать и мокрый по мокрому, и как наполнитель быстрый, меняя лишь количество разбавителя. Все. Ну, у китайцев есть такой прикол. Так, 3:1. Я буду наносить тонкие слои разбавителя. Сейчас гляну, сколько. Я его как наполнитель еще ни разу не использовал, только мокрый по мокрому. Но один элемент, который у меня был мокрый по мокрому, я уже пробовал перетирать. В принципе, трется замечательно. Но тут, чем хорошо, я эти элементы сейчас грунтую, я их оставлю примерно на 4 дня. Я как раз уезжаю. Ох, отвердос крепкий. Есть. Мне он нужен довольно-таки жидкий. Давайте сначала перемешаем с отвердителем, пощупаем его. Ну, кроме того, что он жидкий, мне нужен, чтобы не делать высокую шагрень. Мне еще нужно и наполнить рисочку. Возможно, даже положу 4 слоя его. Не буду сейчас загадывать, как пойдет. Это такой пробный замес. Нет, надо разбавлять. Где у нас? Возьму экстра слоу. Очень медленный. Разбавляю исключительно теперь на ощупь, потому что, во-первых, я шкалу залил, я уже не вижу процентов. Чем неудобно размешивать по стакану. На весах видишь пропорцию, а по стакану, если уже замешался, шкалу не видно, начинаю как-то вытирать. Все равно получается примерно на глазок. Так, так, так. Ну, не знаю, по ощущениям вроде бы как и ничего. Но для первого слоя можно попробовать чуть-чуть жиже. Лучше потом следующие слои, если надо поднавалить, пройти более густым. Все равно мне еще как минимум один раз разводиться надо будет. Грунтоваться буду с того же ствола, с Дэвилбиса FLG 5. Самый бюджетный, как по мне, ствол для грунта из таких, из фирм, которые имеют хоть какое-то имя. О, пойдет. Разбавителя примерно 20% получилось. Ну, плюс-минус, опять же, я не знаю, сколько точно, потому что не по шкале наливал. Воронка 125 микрон. Льется отлично через воронку, проходит хорошо, поэтому вязкость, скажем так, нормальная, это как вязкозиметр такой, когда более-менее регулярно работаешь, понимаешь, как каждый материал проходит через воронку.
наношу грунт и прям, ну, классно, кайфуешь. По вязкости угадал хорошо, мне нравится. Следующий слой таким же буду делать. Плюс-минус гуще не надо, но жиже тоже. То есть вот в аккуратной грани. Натягивается изумительно. Уже видно, как идет усадка в риску. Это хорошо. Это прям замечательно. Не каждая акриловая краска так растягивается, я вам скажу честно. А прикол этого грунта в том, что он не станет матовым. Надо просто подождать время и пройти где-нибудь в незаметном месте, там пощупать. А, потому что он, ну, собственно, такой вот и есть. Это вот, я уже щупаю, все, он сухой. В принципе, можно следующий слой наносить, а он абсолютно глянцевый. Это такой, как бы, вот прикол у китайцев. У них во всем такое. И в базовых красках, вот в грунтах во многих. Все, можно наносить. Добрый вечер, мы приехали. Таких слоев я сделаю еще примерно, да не примерно, а два точно, а третий под вопросом. Потому что я хочу выпилиться таким образом, чтобы мне ничего не нужно было подгрунтовывать из баллончика. Ну, это в идеале, конечно. Хотя бы на основных, там, на баке, вот на заднем крыле, на переднем крыле проточиться так аккуратненько. То есть толщину грунта дать такую, чтобы я не пробился, когда буду перетираться. Посмотрим, что у меня получилось на выходе после грунтования. Посмотрим, что у нас вышло. На баке 4 слоя нормальной толщины. На всем остальном по 3 слоя. Тоже нормальной толщины. Он уже и высох. Я вот только помыл пистолет. То есть грунт оправдывает свое название. Быстрый. Сохнет быстро. Шагрени нет, если ее не видно, как я обычно говорю. Здесь ее не видно, значит шагрени нет. Только чуть-чуть на баке есть. Такая, которая просматривается. Я предпоследний слой ложил на меньшем давлении. Большую толщину давал. Тут все разлито в зеркала. Перетирать, я думаю, его будет очень хорошо, комфортно и удобно. Особенно вот в этих местах, заковырках. Теперь он у меня высохнет как минимум 4 дня. Как минимум. Потому что меня просто не будет им заниматься. Усадка пройдет полная, и можно будет смело, перетирая, краситься, понимая, что нигде ничего не просадится. Просадится. Сейчас, пока он, то он и будет, в принципе, блестеть, он уже сухой. Можно посмотреть, есть ли какие-либо неровности сильные, те, которые, допустим, надо точить. Или можно уже работать смело под мягкий шлифок. Так вроде серьезно ничего не вижу, чтобы мне не нравилось. Ну, шагреньку чуть уберу. Такие дела. Будем смотреть, что там будет происходить потом дальше. После грунтования прошло почти неделя по времени. Оставляла хорошо просохнуть. Но грунт, как ни странно, высыхает довольно-таки быстро вообще сам по себе. Я уже подготовил остатки. Самое интересное, что красить. Мелочевка уже чуть-чуть покрашена. Покажу на самом интересном, в принципе, подготовку на баке. Внутрянки уже выкрашены в матовый красный через силер. Для подготовки нам нужно будет 320 в сетке и 400 кружочек у меня упал тоже в сетке с вот таким вот мягким и жесткой стороной брусочком. Тут очень много руками будет тереться, поэтому не удивляйтесь. Машинка как таковая здесь не нужна на мотоциклах. На мотоциклах почти все делается вручную. Потому что машинкой тут особо лазить, по сути, негде. Шагрень грунта, в принципе, отсутствует. Сейчас возьму толщиномер. Ради интереса померяем, сколько же мы всего тут навалили. И приступаем к работе. Вот тут у нас не шпатлевалось нигде. Шпатлеванная тут зона и чуть-чуть по бокам. Поэтому меряем там, где не шпатлеванная точно. 314. 270. 260. Ну, делаем ориентир по среднему, 290. Это вместе с эпоксидным грунтом, который лежит снизу, и наполнителя здесь 4 слоя. Приступаем. Так, 320 в сетке я возьму руками дорабатывать. Сейчас беру 320 на бумаге, кубитрон тремовский. И погнали чесаться. Проявлять
Ну, по 320 не вижу смысла проявлять, и так будет видно, что происходит. А вот по 400 уже надо будет проявиться. Шагрения у грунта фактически нет. Наждак он не забивает. Ну, высох он, скажу так, слишком с запасом даже просох. Но если грунт говно, то ему сколько не давай просыхать, он будет всегда подзабивать наждак, пластилиниться и так далее. Некоторые элементы на этом мотоцикле я вручную тер сразу 400, чтобы не лазить там дополнительно с 320-кой. И довольно-таки тоже неплохо выходило. Все, тут больше тереть нечего. То есть шагрения как таковой нет. Я повытирал то, что у меня тут припылилось от прокраса внутрянки. Сейчас вот тут по плоскости пройду, которую я подшпатлевал, чтобы она была ровненькой. И можно сказать так, что именно в этой половинке на бруске больше делать нечего. Теперь нужна сетка. Сетка более мягко работает, в отличие от бумаги. Сейчас проточу здесь на пальце в районе перелома, потому что на чем-либо другом на бруске уже будут линии идти зарисовываться, то есть только мягенько, без особо сильного нажима. Проявляем после 320-ки. Берем 400, опять же, это мирковская сетка. Хотелось бы на машинке все это сделать. Тут есть где, ну, пробежаться машинкой, но основу все равно дорабатывать руками, поэтому не будем сильно выделываться. Нам самое главное перебить просто риску от 320. Больше мы тут никакой задачи не занимаемся. Перебивается довольно-таки легко. Надо только хорошо, внимательно глазками контролировать, вся ли рисочка у нас ушла. После 400-ки я больше не буду проходить именно наждаками такими в листах, в сетках. Я все равно не сегодня буду краситься. Я перед покраской пройду все активно, пройду серым скотч-брайтом на сухую. Серый скотч-брайт тоже перебивает рисочку и матует там, где невозможно подлезть наждаком. Во всяких канавках, тут, вот тут в канавке, я там идеально наждаком все равно вытереть, к сожалению, не смогу. По плоскости работаем мягкой частью, под всякими изгибами снимаем наждак, берем его вручную на палец и точно так же вот на пальцах оттираем, что там у нас осталось, шагрень, риска, подобного рода вещи. Готовится грунт довольно-таки хорошо, мне нравится. Ну что, дошли руки до покраски в сложный эффектный цвет. Все разложено, развешено максимально так, чтобы было удобно. А значит, бак сейчас, центр красится золотом. Вот эта вставка, кусочек вот этот, красится золотом. Заднее крыло. Вот тут красится все золотом, потому что тут сходится золотая линия. И передняя крышка фары, верхняя. Вот здесь кант золотом. Все остальное чистым красным. Это уже все, что есть. Больше красить по мотоциклу нечего. Все подгрунтовано, металл открытый однокомпонентным грунтом антикоррозионным. И что? Приступаем. Краска у нас сольвентная, также все макситон. ЛС-ка дюза 1.3. Приступаем. Сейчас прокрашиваем тоненько там, где золото. Пару проходиков, лучше тоненьких, пару, они быстрее высохнут, чем один толстый навалить.
Хорошая сушка, минут 30, наверное. Потом клеится скотч. Скотч специально нарезанный по 2,3 мм. 2-миллиметровыми полосами отделываются вот эти элементы и бак. 3-миллиметровыми полосами отделываются вот здесь центра. А периметр, вот эта рамка, 2-миллиметровыми. Чуть-чуть придется поколупаться. Желтеньким открашена, краска кроет очень плохо, 4 слоя лежит тут. Все, каждый слой хорошо продувался, просушивался. Сейчас будем приступать к заклейке скотчем. Такой нудный, я думаю, будет процесс. Он, в принципе, не должен быть долгим, тут клеить не так уж много, но я сомневаюсь, что я с первого раза все прям приклею так, что мне понравится. База интересная, она... Хоть и глянцевая, но уже полностью сухая. Я вот тут наливал, когда я боялся, что вот здесь не высохнет. Но все высохло, то есть эффект у базы, она глянцевая, после высыхания остается. Клеимся. Так, везде 2 мм, 3 мм только на бочках. Из того, что как бы самое сложное, это соблюсти параллельность вдоль штампа. А тут мне уже не нравится. Нормально, скотч не держится. Скотч резали специально на заказ, потому что контурных скотчей такой ширины, ну, я не видел никогда. Вот из-за этой золотой полосочки столько заморочек, но должно быть очень красиво. Воу-воу-воу-воу-воу. А тут мне уже не нравится кое-что. А тут мне уже не нравится то, что скотч жрет базу. О, блин, надо еще сушить. Смотрите, что происходит. Скотч оставляет контур. База хоть и сухая, но под наклеивание скотча еще она не готова. Тут вообще вон что произошло. Теперь это... А он везде оставил контур легкий. Теперь это будет немного посложнее. В каком плане? Это все надо хорошо высушить. Очень хорошо теперь высушить. Прямо пересушить, я бы сказал. Перетереть это аккуратненько наждаками мелкими. Еще раз перекраситься. И сушить. Потому что скотч этот не дает возможности наклеиться нормально. Ну что я сделал? Переднюю вот эту шторку, крышку, просто два слоя сухих таких поднасыпал.
закрылась вот эта царапка, которая, ну, не царапка, а контур от скотча. Здесь я все это дело смывал и заново перекрашивал. Потому что краска пока свежая, условно говоря, да, ну, тем более 1К. Я смыл все растворителем, заново перекрасил и оставил все это дело сохнуть на ночь. Это как бы неправильно, но у меня вариантов других нет. Наклею сейчас скотч, тут точно все уже высохло, как ни крути, все-таки ночь есть ночь. Наклею скотч, дам легкую рисочку серым скотч-брайтиком, чтобы у меня красная база держалась на желтой базе. Иначе возможно отслоение, особенно когда я буду снимать скотч. Скотч слишком тонкий, скажем так, по толщине 2 мм, да, и лак своим поверхностным натяжением будет держаться. С желтых линий он скочить не сможет, хоть желтая база уже полностью не сухая. То же самое проделаю тут, наклею скотч, аккуратненько скотч брайтом пробегусь, липкой салфеткой сотру и будем окрашиваться. Сейчас попробую еще раз переклеиваться. Ну вот что получилось, тут все ровненько, тут с обрезом, края обрезали просто, тут тоже края обрезали. Очень надо хорошо прикатывать вот этот скотч. Скотч обычный, я так понимаю, из строительного магазина. Что-то я не понял, что тут края у штампа кривые, главное клеил по краям штампа. Надо переклеить параллельно. Сейчас взял камеру и увидел, что все. То все не так, как мне хочется. То есть это норма, это переклеим сейчас. Бачки. Бачки вот так. Кстати, крышки этих получились. Тоже по штампу ввел. Кривенько что-то. Тоже надо сейчас переделать. Ох уж эти советские штампы, да? О, так получше будет. Теперь все серым скотч-брайтом аккуратненько проходим. Заодно еще скотч прикатаю как раз им. Липкая салфетка. Вот без нее никуда тут в этой работе. Хорошо все пообдуваю, потому что в камере ничего не работало. Ночью соринки сейчас поподтираю, еще тут попадали у меня. И окрашиваемся красным. Скотч-брайтом сильно давить не надо. Тут самое главное пробежаться, как говорят технологи, пыльцу согнать. Заодно и скотч вот еще раз так прокатаю, там где он мне не нравится. Все. Дальше в ход вступает липкая салфетка, воздух продуть, обезжиривать ничего не надо. Если жиров, само собой, никаких не попадало, все, можно сказать, что после продувки воздухом и протирки вот этой липкой салфеткой можно красить.
Открасился я. И тут сейчас начались прикольчики. На вторых слоях начал заворачиваться вот так вот скотч. Но тут, допустим, еще ничего вроде страшного. А вот там он завернулся так, что он потянул за собой красную базу. Сейчас посмотрим более детально. И получается, что я уже здесь еще два слоя последних, как везде, просто не мог ложить, потому что некуда ложить, у меня отклеенная пленка. Короче, заморочка это такая, честно, ну, геморрой. Да, вот так красиво сразу расклеил, прям фух, фух, загорелось. А вот тут вот фух, и что с этим сейчас делать, я даже не представляю. Я взял там ушные палочки ватные, попробую аккуратненько подтереть, может быть, желтеньким аккуратненько подкрасить, но это трабл. Так, а, еще и вот тут вот с центра тоже выдернулась, причем она буквально сразу, и получается, что у нас красным пропылилась, ясен пень, потому что тут прокрашивалось все хорошо, чтобы было. Ну такое, чуть-чуть меня огорчило. Ладно, сейчас все расклеиваем. Что-то попробую сделать, что получится, покажу. Тут как бы все хорошо. Так, ну получилось сделать. Чуть-чуть ватную палочку размочил в растворителе. То есть, ну, с такого расстояния уже не видно. Ближе подносишь, конечно, видно красные следы. Потому что база желтая, высохшая, очень хорошо. А красная еще свежая. Поэтому у меня получилось ее смыть. Ну, хотя бы, чтобы был замкнутый контур цельный. По баку все замечательно. По бочкам тоже проблем никаких нету. Ну, так вроде снялось все нормально. Кое-где вот, где-где, потянулось за скотчем. Но тут я уже делать ничего не буду, потому что я ничего не сделаю. Под скотч, под этот, получается, проникает база, хоть я ее и не сильно прям уж вливал тонкими слоями. В общей сложности на мотоцикле примерно 9 слоев красного. 9. Они очень тонкие, они нифига не кроют. Все, теперь мы готовы к лакировке. Лак 7000, быстрый, полутораслойный. Но наносить я его буду в два слоя полных, чтобы с хорошей межслойкой, такой минут по 20 оставлю, чтобы у меня была возможность, допустим, тут ничего не буду заполировать, а вот на баке, из-за того, что красного все-таки много и толщина присутствует, хоть и слои и тонкие, чтобы у меня была возможность полирнуть там, где линии, там, где, допустим, соринки будут лежать, что-то в этом плане. То есть будет два полных таких хороших слоя.
Ну что, закончен мотоциклет. Из того, что надо будет на нем доделать, это вот соринка лежит убрать. Вот соринка лежит. И вот соринка лежит. Подобрать. Тут все нормально. Я так посмотрел, просмотрел. По крылу тоже все норм. Ну, может, где-то что-то мелкое там тирано. Тут самое главное их аккуратно сохранить до момента отдачи. То есть, чтобы они аккуратно были упакованы, лежали. И не терлись, не бились. Тут есть момент по крылу. Я его буду переделывать. Потому что вот эта полоска должна выходить более гладко. Пропустил я этот момент. Ну, это когда высохнет полностью, чуть переделаю, да и все. А так, собственно, все. То есть, поподбирать соринки. И все. На этом, можно сказать, мы закончили этот проект. По поводу покраски мотоциклов. Скажу такое свое мнение. А там думайте сами. Решайте сами. У меня мотоцикл по покраске, если считать день в день, занял работы ровно столько же, сколько у меня занимает полняк. Потому что вся работа ручная, вся работа нудная, долгая. Везде подлезь, везде промотуй, пролакируй. Что-то там не получилось, допустим, переделай. Я вот эту вот штучку переделал. Такое занятие веселое, куча мелочевки, так это обычный советский мотоцикл. Поэтому тут решайте сами. И покраска. У меня сейчас детали в камере, вот находясь, когда полностью высохнут, ровно сутки занята камера будет. Чисто деталями этими. А таких покраски было 3. Это я веду к тому, что думайте, стоит вообще этим заниматься. Если этим заниматься, то за какую сумму денег? По материалу, значит, у меня ушло примерно, так, это 500, полтора кило эпоксида залито сюда. По краске 1,5 литра готовой краски Макситон красной, желтой краски 200 грамм готовой ушло, лака ушло чуть-чуть больше литра на все это дело. То есть по материалу получается, конечно, чуть-чуть меньше, чем на полняк, но по объему работы и по времени занимаемому этой работой уходит ровно столько же, сколько среднеразмерный автомобиль. По самим материалам, это покажет, конечно, время, но общий пока что эффект, какой у меня есть от лака, как он наливается, как он растягивается, у меня более чем хороший. За свои деньги, то, что он есть на нашем рынке Макситон, ну, я не знаю, альтернативу еще надо, конечно, поискать. Очень предсказуемый, понятно себя ведущий материал, мне понравилось. Такие вот дела. Переделаю вот этот кусочек. И на этом мы заканчиваем. Всем пока!